Для каждого 20-го первичная инвалидность связана с заболеванием органов зрения. Зампред правительства Ирина Эрмиш в среду посетила офтальмологическое отделение городской клинической больницы номер 4. Большинство жителей областного центра со своими проблемами обращаются именно сюда. Первый вопрос главврачу – удается ли справиться с потоком пациентов. На сегодняшний день, если говорить по объемам оказанной медицинской помощи именно этим учреждениям, то за истекший период времени порядка 1000 госпитализаций в отделении, хирургическая активность этого отделения свыше 70%. Это кабинет диагностики. Остроту зрения здесь проверяют не по таблице с буквами, а вот на таком аппарате. За считанные секунды он определяет состояние глаз. Здесь же выявляют заболевания, подбирают необходимые очки. Врачи этого отделения выполняют большой спектр операций. Оборудование здесь почти идентично с тем, что есть в ОКБ. Ну, порядка 60% оперативных вмешательств – это пациенты с катарактой, то есть с заменой хрусталика. Вот, часть пациентов – это глаукома, это с высоким внутриглазным давлением. Часть пациентов, естественно, экстренные, это всевозможные травмы глаза. Вот, и часть пациентов – это с дистрофическими изменениями, так сказать, глаза. Но это процент небольшой, в основном они идут у нас через дневной стационар. Офтальмологическое отделение – одно из лучших отделений по благодарностям пациентов, отмечает главврач. За час нахождения там нашей съемочной группы жалоб действительно не поступало. Скорее наоборот. Отношение персонала к больным очень даже теплое, вы знаете. Вот я сейчас лежу, сами видите, с больным глазом, и, знаете, никогда не было никаких отказов. Все, что мне попросишь, все, значит, все мгновенно, можно сказать, даже так, осуществляется. Некоторые идут дальше, пишут оды своему врачу прямо в стенах палаты. Я описал процесс, значит, операции на катаракту. Рукою твердую, но в то же время нежной, чуткой и пластичной, мне, катаракту надоевшую, вы филигранно удалили. А так как свято место пусто не бывает, хрусталик вожделенный дальнозоркий, возникшую вакансию вы мастерски внедрили. Один из насущных вопросов, который требует решения, к счастью, никак не влияет на качество офтальмологической помощи. Отделению явно нужен ремонт, хотя бы косметический. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.